Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, встречайте Михаил Задорнов в ток-шоу «Неформат». Что вы хотите от «Неформата»? «Неформат» он и в Африке «Неформат». Здравствуйте, друзья! В эфире радиостанции «Юмор-ФМ» стартует самое неформатное разговорное шоу, которое есть на радиостанции. Это программа «Неформат». В студии Михаил Задорнов. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Максим Забелин. Здравствуйте, да. Я продюсер радиостанции «Юмор-ФМ». Друзья, я здесь для того, чтобы принимать ваши сообщения и читать их Михаилу Николаевичу, ну и подбрасывать ему лещей в виде разных новостей, которые мы обсуждаем по итогам недели. Мы сегодня будем говорить о многих интересных событиях, которые произошли. Попытаемся сделать это остроумно. Ну, я попытаюсь, Михаил Николаевич, это всегда нет, это делает. У меня просто не получится. Да. А пока я хочу сказать, что онлайн-трансляция организована на сайте веселаярадио.ру. 88 и 7 это номер для ваших смс-сообщений со всех мобильных. Пожалуйста, присылайте. И в гостевую книгу пишите, если вы находитесь за пределами России и нас слышите, таких людей очень много. В гостевую книгу, пожалуйста, мы все прочитаем. Ну, мы обычно начинаем с разминки. То есть я делюсь какими-то наблюдениями, сделанными за последнее время. И люди, которые нас слушают, ну, кто хочет, конечно, присылают нам свои наблюдения. Мы иногда темы меняем. Например, в прошлый раз тема была связана... Ну, мы коротко говорили об образовании и вообще о том, что я когда-то определил в концерте: энергии в нашем народе много, а вектора у нее нет. О разных забавных случаях, а сегодня я вот о чем хочу. Вот на какую тему я хочу провести разминку. Она вообще грустная. И мы как-то вкратце об этом говорили часто, но каждый раз очень пунктирно, очень, ну, как бы неглубоко. Это, естественно, образование. Есть две страшнейшие беды у нас в стране. Это образование и здравоохранение. Но я хочу сейчас поговорить об образовании вот почему. Ну, потому что, коротко напомню, у меня состоялся разговор с чиновниками Министерства образования, или, как я назвал их, Министерство недообразования. И по моей подсказке, вроде бы мы решили создать сайт, на котором бы люди жаловались на то, что они видят в связи с тем, что свершилось с образованием, как опокемонили детей, чтобы писали учителя, родители. И пропало Министерство образования, короче. Отключилось от меня навсегда. То есть сначала сказали, что здорово, испугались. Или не хотят категорически улучшать наше образование. Или вообще не понимают, что происходит. Неважно. Но я сам режиссер своего счастья. Я создал такой сайт. И у меня две помощницы. И мы втроем вместо огромного Министерства образования... Что сделали? Собрали со всей страны негодование. Максим, я все зачитывать не буду, потому что это страшно. Я вот просто открываю сайт и зачитываю, ну, подряд просто. Родители, учителя. Ну вот девушка готовится к ЕГЭ, читает рекомендации книги, вдруг интересуется. А Достоевский жил в 18 веке. Спрашивает у нее брат, почему тебя это заинтересовало? Сколько лет, по-твоему, век длится? Она говорит, 1000 лет. Но у меня был подобный случай, когда я пытался студентам ГИТИСа объяснить, что 1941 год – это 20 век. Они говорят, 19. Я спрашиваю, почему? Они говорят, впереди цифра 19. И это не единичный случай. Заказывал обувь, другое письмо. Заказывал обувь с одного крупного интернет-магазина, заполняя поле, адрес, улица маршала Жукова. Менеджер, девушка переспрашивает, у вас адрес Максима Жукова? Сталин верно заметил, что Рим пал, потому что им стали управлять секретари. Вот это то, что произошло у нас. После долгих поисков по архивам, пишет мне автор, я все же нашел описание подвига своего деда. И когда показал сыну, тот сказал, слушай, папа, а дед у нас был крутой. Это же круче, чем Брюс Уиллис в «Крепком орешке». Такой знаменатель виден у образования. А теперь наша с вами любимая. Задачка. Пишет родительница. Мать. Пришел сын и говорит, я не могу решить задачку. На стройке было 69 тонн щебня. 69. Запоминайте все, Максим, 69 тонн.
При строительстве рабочие израсходовали 75 тонн щебня. Вопрос, сколько щебня осталось после строительства? Бюджетным дефицитом попахивает. Мама говорит, вы отрицательные числа проходили? Он говорит, нет, а что это такое? Израсходовать не могли. На следующий день она говорит, пиши, что хочешь. Принесешь двойку, ругать не буду. Он принес двойку. На следующий день. За двойку. Он так и написал. Осталось 0 тонн щебня. Лишнюю тонну строители украли на соседней стройке. Лишние 6 тонн украли на соседней стройке. Получил двойку. Объяснение не дано, почему? Дано! Оказывается, там ошибка. Неправильно поставлена запятая. И там опечатка. Там не 75, а там было что-то там 65. Ну, короче, другая цифра была. Или там 96. И учитель сказал, ой, я забыла детей предупредить. А то, что весь класс ночью мучился, совершая с родителями эту чушню. Вот вопрос по ЕГЭ. Кто правил раньше, Екатерина Первая или Екатерина Вторая? Студент отвечает, Екатерина Вторая. Тогда возмущенный совершенно преподаватель спрашивает, почему ты так ответил? Он говорит, ну не знаю, ну вторая и все, да? А тот говорит, хорошо, ты мне скажи, пожалуйста, Великая Отечественная война, и тот не смог, Великая Отечественная война и Вторая мировая, сколько между ними лет прошло? И тот сказал 25 лет. Между Второй мировой и Великой Отечественной. И это поголовно. Почему столько лет? Ну, достаточно. Да, ну хватит уже, пора войне начинаться. По статистике, да? Раз в 25 лет происходят войны, поэтому примерно 25 лет. Еще учительница пишет. С ученику говорю, к одной второй прибавь одну вторую. Дроби. Он прибавил. 1/4 получилось. Он знаменатели сложил и числитель. И отчислитель не сложил. Она говорит, ты уверен? Уверен. Скажи, а пол-литра и прибавит пол-литра. Вот тогда он сказал правильно, литр. Пришла в библиотеку. Прошу у молодой библиотекарши, молоденькой. Вот это вот, которая говорит под Галкина. Она думает, что так должен говорить. Портрет Дориана Грея. Дадите мне? Она говорит, у нас библиотека, портреты в другом месте. Вы знаете, знаменитая история, когда... Людей на улицах спрашивали, сколько будет 5 раз по 100 грамм. И что? Ну, ответ говорят? Был всегда пол-литра. Ну да, хорошо. Граммы складывают, литр получают, да? Хотя они не понимают, что есть удельный вес. Ага. Но я получил несколько писем, где ДК культуры, в которых я выступаю, называют, они пишут через «ы» ДК вместо сокращения. Ну и Объединенные Штаты Америки все пишут подряд. А теперь страшилка-задачка. Вот за такие задачи, которые я сейчас прочитаю. Максим, надо расстреливать без суда и следствия. Надо. Вот мы с вами говорили, надо сажать. Нет, надо расстреливать. Мальчик массой 65 килограммов. Ну ладно, ну может... Ну может еще долго мальчик. Долго сидел, просто. Да. Может еще мальчик. Разгоняется по льду и врезается в отца массой 95 килограммов. Стоявшего неподвижно. Батя стоял, никого не трогал. Мальчишка разогнался. Хренась в батю. Дальше, фраза. Дальше они катятся вместе. Скорость мальчика 4 метра в секунду. После этого они поменялись местами, написано, и повторили опыт. Какой опыт? Мальчишка вхреначился в батю. Вопрос, готовы? Насколько больше джоулей тепла выделится из папы, чем из сына? Ребят, ну за это зарастреливать надо. Воспитатель говорит, дети, скажите, у козы, дети, козлята, у кошки, котята, у овцы, овчата, отвечают. Вы представляете, что... И быстро. Задачка. Собака гналась за зайцем. Все готовы? Все? Заяц обернулся и скусал собаку. Заяц искусал собаку. Ребят, надо переписывать басни Крылова к чертовой матери. А это не, последний. Вопроса там нет, да? Заяц решил повторить опыт. Нет, там есть. А маленький барашек встретился на лугу с волком. Барашку очень захотелось есть. Барашку.
он убил волка и съел его. А то, что барашек вегетарианец, ребят, вы на это не обращаете внимания? В своем перевершении. Жизнеутверждающая задача. Все перебей. И последнее, быстро очень, последнее, чтобы больше к этому не возвращать, вот это ужас. Ужас. Ой, все, сейчас, чудная задача по физике. Машина движется по улице со скоростью 280 км в час. Так. А на улице дует ветер со скоростью 50 метров в секунду. Я не могу. Ну, расстреливать. Сколько содержания промилле у водителя? Нет. С какой скоростью будет передвигаться автомобиль, если он едет против ветра? Ребят, у меня возник не другой надо вопрос. Ветра, друзья. В какой кювет улетит этот камикадзе? 280 километров в час. Да, примерно с такой скоростью мы, как люди, подкованные в физике, говорим, распространяется сигнал радиостанции Юмор-ФМ, поэтому скоро он дойдет до самых отдаленных регионов. Я это все посылаю президенту в администрацию, все против ветра, я понимаю. Но я это посылаю, друзья, присылайте все, что вы хотите, чтобы я отослал от имени Юмор-ФМ в администрацию президента. За это надо как осиное гнездо. Если с детским садом рядом осиное гнездо, его поливают кипятком. Сегодня рядом с нашими детьми осиное гнездо Министерства образования. Его надо полить кипятком. Все. Реклама на Юмор-ФМ. Здравствуйте все, кто только что подключился к радиостанции Юмор-ФМ. У нас программа «Неформат», и мы продолжаем тему, которую затронули в начале программы, это тема образования. Еще очень много тем, но это вызвало просто невероятный резонанс. Люди сразу стали писать какие-то свои варианты. Я говорю, страна возмущена, реально. Не въезжает Кремль в эту ситуацию совершенно. По поводу Кремля, кстати, вот выступая перед депутатами, да, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на самом деле главу Министерства образования и науки не стоит еще снимать с его поста, он в него верит, и Дмитрий Ливанов еще может многое сделать на своем посту. Вот правильно он сказал в конце. Много еще может сделать. Я бы добавил, я не уверен, и натворить. Я не уверен насчет точности цитаты, по памяти воспроизвожу. Но факт тот, что премьер-министр верит в нашего министра образования. А он вообще всему верит. Наш премьер-министр, глаза ведь очень трогательные. Вот вы посмотрите, он говорит и верит в то, что говорит. Он говорит, надо бороться с коррупцией. Верит, что он борется с ней. Он не знает, что бороться с коррупцией в России, все равно, что играть в бильярд, шторм на корабле на палубе. И он верит. Он каждый день дает поручение. Верит, что эти поручения исполняются. Сколково, помните? А теперь сажают тех, кому он присылал деньги. Вы помните ГЛОНАСС, как он верил? Сажают. Ну ведь мы тоже все верили. А Министерство обороны, он верил, он дождется, что будет та же ситуация у Ливанова, что с Сердюковым. Как с Сердюковым произошла. А между прочим, Зюганов правильно сказал. Ну, я бы поправил его. Он сказал, что Ливанов проводит эту реформу, будет проводить под диктовку американских агентов. Я бы поправил. Нет. Ливанов с ними не связан. Он будет проводить эту реформу под диктовку своих менеджеров, которые все делают под диктовку Америки. Вот так надо говорить. Потому что сам Ливанов очень симпатичный человек. Тоже оставляет впечатление интересного очень собеседника. Я же с ним разговаривал. Он прекрасный альпинист, говорят. Но это не повод быть министром образования. Тем более, что он набрал многих, с кем был в одной связке. Может, его не удержали однажды, там женщины, как правило, в связке у него были. Ну, что ж, Медведев, ну, дождется, что еще одно дело закончится плохо. Одно сообщение зачитаю. Друзья, присылайте, пожалуйста, мы обработаем их и обязательно сделаем подборку. В школе детям был задан вопрос, из Комсомольской области пишет нам наш абонент, как научить собаку разговаривать? Кошмар какой. Дети не растерялись, начали предлагать свои варианты. То есть взрослый человек бы сразу подумал, зачем? А они предлагали, из каких слов начинать учить собаку разговаривать? Взрослый бы завис. Да, вот так чмырят наших бедных детишечек. Ой, осиное гнездо надо поливать кипятком. А вот написала женщина, я поняла теперь, откуда слово «бакалавр». В японском языке бака означает дурак, а лавр – это то, чем награждают. Бакалавр – это награжденный дурак. А я бы поправил. Чудно, остроумно, замечательно, но очень близко к истине, потому что в русском языке слово «дурак» означало человека очень такого, ну, неформатно мыслящего. Вот мы с вами, дураки сейчас двое, сидим, неформатно мыслим. Мы и реальные дураки. Отсюда в латыни «дурасель» – это крепкий, «дуралюминий». «Дура» – это все крепкое.
всякое было. А того, кого мы называем сегодня дураком, называли Бука. Он бычит, он отвечает как бучила, как пчи, как жук. Он ничего не... Вот, он Бука, он ничего не знает. Так что бакалавр – это букалавр. Это действительно награжденный дурак. Но это слово не наше. А если по-нашенски, то в нем есть правда. Я представляю сейчас, как бакалавры возмутились. Ну, друзья, это никакого отношения к вам и к вашим знаниям, конечно, не имеет. Мы просто рассматриваем этимологию слова. Да, вы же бакалавры, а еще магистры. Теперь актеры в театральных училищах, бакалавры и магистры. Как вам это нравится? То есть они вот, играют их? Или... Да. А? Я в одном театре был за кулисами. Нет, тебя играют. Да, пожизненно. Они в театре в одном был. И там выпускники, бакалавр-актер, бакалавр-магистр. Актер-магистр. Да, актерское искусство. Причем театр трогательный, там детские спектакли идут. Вы представляете? Я чуть не заплакал. Я прочитал. Завтра репетиция «Зайки-зазнайки». Зайку играет бакалавр. Зайку-бакалавр, вы угадали. А магистр, знаете, кого играет? Введен на второй состав четвертой кикиморы. Ну, не дорос еще. Второй состав четвертой кикиморы. Ты много, зачем много становился магистром? Много корпоративов. Оставался бы бакалавром. Играл бы хоть зайку растревайку. Репку там. Да, ну что, у нас есть еще сообщения, которые приходили к нам на этой неделе. И вот в частности сообщение, которое бы захотелось зачитать сегодня. Оно пришло. Так вот, в Госдуме предложили запретить средства массовой информации пропаганду легкомысленного отношения к сексуальным функциям. Вы сейчас пошутили? Это сегодняшнее сообщение. Пришло оно по каналам информационных агентств. Можно повторить? Я действительно не сообразил, что так вот, такое. Да, с полным текстом законопроекта о запрете в СМИ пропаганды легкомысленного отношения к сексуальным функциям можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы. Но что на самом деле? Я не могу. Я просто... Мне страшные картинки мерещатся. Как можно к этому... Мужик привез домой бабу и легкомысленно отнес их. Это как? Это что означает? Ну, не поцеловал и отправил домой. Что? Как это? Ну, не получилось, Михаил. Ну, не получилось. Легкомысленный ты какой, говорит она, ему и уходит. На самом деле, речь идет о том, что СМИ на 4-х, 16-х, 32-х полосах, то есть на финале, публикуют некие объявления, которые предлагают различного рода услуги. И вот эти услуги, чтобы прямо их не обзывать, сейчас именуется легкомысленным отношением к сексуальным функциям. Да, это политкорректное отношение. Это мы у америкосов учимся, где слово «проститутка» запрещено, работать можно, а говорить, что на проститутке нельзя. И они говорят, жертва обстоятельств. Вот, и говорит, я познакомился с двумя жертвами обстоятельств, попробуй угадай, что это просто баба без стыда и совести. Жертву продлевать будешь? Друзья, Знаете, как называл проституток в советское время? Нельзя же было говорить со сцены это слово. Оно же было омерзительно для советского слуха. И я придумал замену. Девушка с заниженной планкой социальной ответственности. Вот это надо Думе подсказать, чтобы закон по отношению к женщинам с заниженной планкой социальной ответственности. Но это гениально. Это сегодня пришло? Да, только что. Пока мы раздумываем... Они что, все в альпинистском отряде в одном были? Они с одной скалы сорвались. Их один и тот же не удержал всех. Да, пока мы над этим немножко поразмышляем, друзья, ненадолго прервемся. Рекламная пауза на Юмор-ФМ. Мы продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире радиостанции «Юмор-ФМ» из студии в Москве. Михаил Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. И посыпались сообщения, буквально пару из них. Вот сообщение следующее. В Хабаровске на одном из зданий полуметровыми буквами с лицевой стороны написано «Зая, прости, не могу» со следующей строки. «Без тебя». Ой, через «С». «Без тебя». И надо было в скобку написать «в ребро». Да. Такое ощущение, что человек не дописал. Спасибо за то, что вы нам прислали. Ну да, и вот... Получается, если бы наши снимали «Гарри Поттера», то набрали бы актерами магистров, пишет Сергей. А из Волгоградской области. Да. Вот куда нужно идти магистру. Да, если ты магистр, пожалуйста, к Гарри Поттеру, вперед.
В Брянске на фуре реклама. Человек пишет, что удивился, когда очень увидел. Брянск – куриное царство. Вот, оказывается, что такое Брянск. Мы думали, город порядочных людей, оказывается, это куриное царство. А я получил сообщение, о котором мы упоминали уже. Об этом есть... ну, вот это и есть в интернете, болтается. Вот эта наблюдашка в Казахстане. Ну, я просто повторю, потому что не все слушали последнюю передачу нашу, посвященную как раз Гагарину, полету в космос. В Казахстане в учебнике для 5 класса в тестовом задании предлагается ответить на вопрос, какой национальности первый человек в мире, совершивший полет в космос. Так вот, в трех вариантах ответа, то есть данного, присутствуют только англичанин, американец и испанец. Представляете, да? Вот оно, а в библиотеку недаром пришел мужик, я повторю это, потому что я в прошлый раз об этом говорил, в библиотеку в Риге пришел парень и сказал мне, пожалуйста, гиперболоид инженера Гагарина. И та ему говорит, как тебе не стыдно? А его друг говорит, ты чего, не знаешь, что такое Гагарин? Это же тот, кто первый сказал «понаехали». Печально, очень, да, друзья очень, мои. На самом деле, очень актуальное для Риги высказывание. Почему? Да. Потому что на этой неделе были опубликованы декларации о доходах наших чиновников крупных. И в этих декларациях очень много было информации о том, что есть зарубежная недвижимость у наших депутатов. Да. И эта зарубежная недвижимость находится в том числе и в Латвии. И очень много этих квартир. Да у меня бы спросили, я бы рассказал. Да? Кто соседи, Михаил Николаевич? А? Кто соседи? Соседи все москвичи. И питерцы, очень много питерцев. Сейчас поехали из других городов, с волжских городов. Видно сразу, где растет, где бизнес коррупционный процветает. Потому что квартиры очень дорогие. А в Латвии недвижимость имеет цену благодаря только россиянам. Но самое приятное из этого всего, пускай они с декларациями сами там друг друга гасят, это не наше дело, но мне приятно другое, что латыши таки поняли, молодые, что надо учить русский. Иначе они не заработают денег. Ведь немцы, англичане, америкосы те же, которые приезжают в Латвию, они чаевые не дают в ресторанах. У них все четко. Ну да, может быть, 10 сантимчиков дадут. И не больше. Русские просто отстегивают от себя. И мне один латыш, директор, хозяин ресторана, говорит, звонят латыши, просят на вечер столик. Я им говорю, все занято. Ну, латышским, если звонят русские, у меня всегда есть столик. У меня даже в загашнике еще 2 стола стоят выставить, если русские будут вечером. Наведаются неожиданно. И вдруг стало понятно молодым латышам, что не знаешь русского, уезжай в Ирландию, в Англию, езжай в Европу. Знаешь русский, можешь заработать деньги больше, чем те, которые уехали в Ирландию, находясь в самой Латвии. Да. Но есть и печальные моменты. Чиновники озверели от таких дел. Они борются за то, чтобы русские забыли язык в Латвии, а тут наоборот. Получается, мало того, что русские не учат латышский толком, так еще и латыши молодые стали учить русский язык. Более того, и среди молодых нет национализма, который они разжигают. Ну, че молодым? Не все ли равно в кого влюбляться и на каком языке? И молодые могут спасти мир. И, но, что делают латышские чиновники? Ну вот я приезжаю в Латвию, я Михаилс Задорновс. Ну хорошо, по-латышски это нормально, когда записано... Вы пересекаете границу. Конечно. Там Узварц, это фамилия по-латышски. Варц, Узварц, имя, фамилия. Я говорю, Михаилс Задорновс. Специально, я так же говорю, Михаилс, говорю я, Задорновс. На таможне. Они всегда улыбаются, понимают шутку. Но а Нетаньяху приезжал. Вы понимаете? Они же ему написали, а? Беньяминс Нетаньяхус. Ну да. Вы сами поняли, что вы сейчас сказали? Да, я как-то... И иногда бывают сумасшедшие моменты. Но тут у меня у соседей ребенок Олег. А, Александр. Александрс. Но когда пришло время получать удостоверение, он же Олегович, у него отец Олег, мой знакомый, так ему написали, а тот в паспорте был Олег, Олекс. И написали Александр Олегсович. Александрс Олегсович. Александрс Олегсович. Но когда я об этом сказал в Латвии в газете, мне насыпалось и не в родничок. А просто в какую-то клоаку это все надо спускать. Оказывается, даже есть Михаилсович, Николаевсович. Они все...
Посмотрите, какая безграмотность. Вот, а мне, знаете, вот мы говорим об образовании, а часто молодые спрашивают, а зачем нам нужно образование? Зачем нам это все надо знать? Отвечаю. Вот притчево надо отвечать. Мудрый человек, а я сейчас кашу под мудрого, должен притчами отвечать, не впрямую. Вот знакомый поехал в Германию делать операцию на глазу. И немцы ему крестик на глаз должны были поставить, ну, эти все метки электронные сделать. И стоят над ним, его уже на хрусталик. Стоят над операционным столом, ставят метку над правым глазом, ему над левым надо. И они что-то говорят, направо, право, право. И хорошо он знал немецкий язык. Говорит, ребята, вообще-то мне над левым надо. Они говорят, ой, спасибо, что поправили, сказали они. Вот для этого нужно образование. Потому что таких случаев подобных, это крайний случай, но подобных очень много. Вот для чего нужно. А кроме того, с образованием жить интереснее. Вот что. Троллем не будешь никогда. Кстати, исследования американцев, тролли исследовали. 20% троллей пытались покончить жизнь самоубийством. 10 спасли, 10 покончило. Самый большой процент суицида у троллей. Вот для этого и нужно образование, чтобы с суицидом не хотелось покончить. Я сейчас представляю людей, которые не знают, что такое тролли, термин, да, интернет, интернет-троллинг, да, тролли оканчивают жизнь суицидом. Сам такой заголовок, знаете, видите, в газете сразу. Ужас, сам наговорил странных слов. Да, да, но речь идет, конечно, о людях, которые пишут разные гадости в интернете и занимаются вообще этим всю жизнь. Ради этого они, пожалуй, и живут. А, вы знаете, тема несколько приобрела иную окраску. Вывеска в кафе, пишет Мария из Екатеринбурга. Заходи, не пожалеешь. Ой. В Москве на стене дома надпись «Маш, прости дурака». Дурака? Да. Ну, на самом деле, друзья... И подпись «Дурок». Да, может, это фамилия, кстати, была. Кстати, может быть. У нас есть, и мы сейчас об этом поговорим, целая подборка интересных имен и фамилий, потому что мы подготовились. Но я просто хочу сказать, что если вы видите ошибки в каких-то названиях кафе, ресторанов, может быть, в меню, где-то еще, пожалуйста, присылайте их нам на 8870 или в гостевую книгу. Мы обязательно почитаем, а лучшим, с позволения Михаила Николаевича, вручим вашу новую книгу, которая вышла на днях. Да, я этой книгой не просто горжусь. Наконец-то вышла чудно изданная книга. У меня вот много книг, но такой у меня не было. Это просто альбом с картинками. И преимущество для многих молодых ее читать не обязательно. Там картинок много. Там буквок меньше, чем картинок. А то, что вы сказали, сейчас присылать вот эти с ошибками, надписи всякие, это очень верно вы, по-моему, предложили, потому что самое из этого страшное, что скоро вот эти люди, которые, о которых мы сейчас говорим, вот эти молодые, они будут хирургами. То, что мы говорили в прошлый раз. Они будут врачами, они будут летчиками. Ну, летчиками ладно, там есть автопилот. А хирурга на автопилот разве поставишь? Ведь они не то будут вырезать, не оттуда. Они гайморит будут из слепой кишки вырезать. Они будут путать с геморроем. Четыре ответа. Да, но новый слепую кишку будут в Германии лечить, крестики ставить, хрусталик искать. И искать в гланду, за гландами. Ну, где-то за гландами, где-то там. Где-то там должен быть. Далеко. Вы знаете, я хотел просто сказать, что мы сделали подборку имен. Продолжая тему имен. Продолжая тему, да, что в Латвии имена вынуждены люди изменять. Причем понятно, что они идут в суд, пытаются доказать, но латвийские суды все равно оставляют. Нет, говорят, это у нас правила такие. Какие правила? Правила на том языке, на котором написано имя. Да. Так вот, по сообщению ученых, среди редких и уникальных имен по-прежнему наблюдается тенденция к славянским, западнославянским и забытым исконно русским именам. Причем эта тенденция последние где-то 10-12 лет. А до этого, в 90-е годы, в начале особенно 90-х годов, преобладала мода на западные имена. На различного рода, там, Билл, там, и так далее. The Bill, the Bill. Так вот, имен этих очень много. Простите, вы сказали хорошую тему, и вдруг, чуть с опозданием пришло в голову, но ведь эта тема у многих до сих пор еще жива. Родители мне дали имя Александр, что-то не круто. Он не знает, что был крутой парень Александр в свое время, между прочим, и самый великий, и что Александр победитель переводится. И они делают так, Алекс. Алекс по сравнению с Александром это кличка. Алекс это для собаки. Тампакс, Алекс, Феникс. Это все Икс. Или там
Она говорит, Валька, она там, Вольтарена. Они придумывают себе вот эти имена. Но это жутчайшим образом. Давайте я просто зачитаю эти имена. Да. Итак, имена, которые нашлись в аналах российских ЗАГСов. Жужа, Виагра. Виагра имя? Имя. Это имена. Тюльпан, Салат Латук. Ой, это мужик? Миллионера. Ну, я не знаю, мужик, может, еще миллионера, маленький. Видимо, баба. Миллионера, да. Авиадиспетчер. Это реальные, друзья, имена, которые в летописи ЗАГСовой, да, то есть как это называется? Книга, ну, запись актов гражданского состояния, там это все есть. Север, Дельфин, Лексус, Ангел, Просто Герой, Принцесс и Каспер Ненаглядный. Ну, Каспер Ненаглядный у нас уже проходил как-то, но есть мнение ученых, которые говорят, что имя позволяет человеку стать частью нашего большого социального круга. И с психологических позиций имя – это наша защита. Если мальчика, например, зовут Александр, то он становится в ряд с другими Александрами, ну, среди которых Александр Македонский, Александр Пушкин, Александр Невский. А какой группе причислят своего ребенка, задаются ученые этим вопросом, родители елки, дельфина или салата. А что, елкой назвали? Да, причем назвали это в городе Темиртау, Карагандинской области Казахстана. Малыша, мальчик. Мальчик, он получил елкой. Имя елка, да. А девочка родилась палкой. Ну, девочка родилась палкой, конечно. Мальчик тоже? Мальчик тоже. Друзья, мы продолжим эту тему. Пожалуйста, если у вас есть имена какие-то интересные, присылайте нам также. Мы все это зачитаем и продолжим эту тему, как и политические новости, обсуждать после рекламы на Юмор-ФМ. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа «Неформат». Из студии в Москве работаем на всю страну и... зарубежье в том числе, и к нам приходит сообщение вот такого рода. А с Украины читают пиведомления? Мы прочитаем, если это будет что-то относящееся к теме. А пока те, которые к теме относятся. Тему мы затронули такую. Это образование в нашей жизни. Хотели про имена, признаюсь честно, имена тоже уже начали сыпаться, но образование настолько серьезно затронуло наших слушателей, что просто повалились сообщения, мы не можем их не зачитать. В нашем ателье с 1 по 31 мая проводится месячник соблюдения прейскурантных цен. Месячник, а так, а остальное нет, не надо. То есть, что это, что за объявление? Чистоплотная русская семья снимет квартиру. Телефон такой-то, спросить Айлу. Гениально. Гениально. Я же говорил на прошлой нашей передаче. Знаете, что в Таджикистане беда? Таджики кончились. Между прочим, Москва рассматривает... Ну как, это не так, конечно, не то, что рассматривает вопрос. Геннадий Онищенко заявил, что в составе Душанбе Москва треть вагонов не соответствует санитарным нормам. Сразу появились сообщения из различных источников, что, возможно, транспортное сообщение железнодорожное между Москвой и Таджикистаном перекроют. Москва-Душанбе, поезд номер 330, все, в 7.40 он не приедет. Боже мой. Вот. И, на лошадях поедет, на полоску. Нет, после этого официальное было заявление, что никто не собирается перекрывать транспортное сообщение, что все в порядке и так далее. Но глава Роспотребнадзора и здесь вот появился в поле информационных агентств сообщением о том, что там антисанитарные условия, в том числе и вагон-ресторан. Вообще, это интересно по нему понимать, какие мысли наверху. Потому что он озвучивает только директивы, данные ему сверху. А пускай он там боржоми продает в этих поездах. Вот этот грузинский, кинзмараули. Вот. И шпроты. И латвийские шпроты, и сало украинское. Он все пытался запретить. Есть в городе Анапа парень, его зовут Нестор, а фамилия, как можно догадаться, Махно. Вот так, из Краснодарского края пришло сообщение. Вот как ему жить, бедолаге, после этого? Я вообще не знаю, чем родители думают, когда называют. Наверное, чем делают детей, тем и думают, когда такие имена придумают. Простите за пошлость. Ну, да, трудно сказать, но еще есть фамилия ведь, Михаил Николаевич. Там, ух, целый... кладезь. А я сколько встречал Дездемон в жизни? Ну, три Дездемона, но они армяне вообще любят красивые имена. Гамлет Фазгенович у меня есть знакомый. Ну вот как он учиться будет в школе? Гамлет Афазгенович. А это мне напоминает, как в советское время придумывали, вот находясь под гипнозом коммунистической партии, ее программы называли, помните, Владлена, там, Владимир Ильич Ленин. Но все рекорды же тогда побила Доздраперма, да здравствует 1 мая, сокращенно. Но она-то была Ивановна. Доздраперма Ивановна, это же
круто. А сейчас то же самое происходит. Ведь придумывают имена Путин, Медвепуты, там вот всякие. Сегодня тоже это уже появилось. Но пришло к нам сообщение из Красноярского края о том, что в ЗАГС Красноярска обратился мужчина. Фамилия его Беспутин. Он родившуюся... Да, ну, такая фамилия. И родившуюся дочь, да. Родившуюся дочь он хотел назвать Россия. ЗАГС отказался регистрировать... Россия без Путина! Ну, приколист! Ну, я не знаю, приколист он был или нет, или, может быть, посетитель гайд-парков, которые открылись вот не так давно. Но, тем не менее, вот есть такое сообщение. Ну что, друзья... А в Набережных Челнах есть кафе, мне пришло сейчас сообщение под названием, через 2F написано «Сливки». Надо было 3F. Объявление в лифте. «Ремонт» через обратное. «Квартир». Евро! Евроремонт. Евроквартир. А это Аксакал писал. Как слышит, так и пишет. Надпись на ценнике в магазине. Шоколадный батончик через И. А, это вставляет реально. Шик такой у нее. Да. Надпись на платном туалете, это просто разрыв, я считаю. ОАО «Гарант». Ой, как я хочу найти человека, который это придумал, спросить, гарант чего? Что тебе все-таки свершилось? Да, все свершилось, гарант. Да, ну что, друзья. А я вам рассказывал про самый большой туалет в России? У нас же нет туалетного юмора, Михаил Николаевич. А, да. Да нет, ну расскажите. Есть такой город, классный, весь интересный, Рыбинск. Каждый город чем-то интересен. В Рыбинске, например, самый большой снеговик. В 3 этажа вылепили снега. Жители просто, видите, чиновники думают, как бабок натаскать, а эти лепят и радуются. Щука в 2 этажа вылеплена из снега. Такой какой-то у них гигантизм такой. Но когда я выезжал из Рыбинска, там... Мне говорят, вот остановитесь. Мы остановились, там стоял пост ГАИ. 3-этажный. Классный пост ГАИ. Но там работали, к сожалению, честные менты. Честные милиционеры даже, я бы так сказал. Потому что честные полицейские как-то язык не поворачиваются сказать. И они были настолько честные, что они тормозили и штрафовали всех. И взяток не брали. Ну, нереально. Ну, выкидыши какие-то. Просто. Извращенцы. Их так не взлюбило население все. Особенно богатые. А тех штрафовали за тонировку стекол. Причем официально. Не брали ничего. Их все-таки уволили. И так возненавидели этот пост ГАИ, что туда никого больше не назначали. И открыли там платный туалет. Это самый большой 3-этажный туалет в России. На посту ГАИ, особенно с верхнего этажа, видно всю дорогу, простреливается. Там вид замечательный совершенно. Больше нет красоты, чем подняться на верхний этаж поста ДПС, да, как говорится? Ну... Что, у нас есть еще несколько сообщений. Я начал об этом говорить, да, о доходах чиновников, которые там, имеют недвижимости в Латвии, например. Но, кроме прочего, отчитались и глава государства, и премьер-министр на этой неделе. Так вот, доход президента Владимира Путина составил 5 790 с лишним тысяч рублей. Ну, это порядка 480 тысяч рублей в месяц. Его доход ежемесячный. Примерно такие же деньги заработал за прошлый год и Дмитрий Медведев. Угу. Но удивительно, что при этом, скажем, тройка лидеров по доходам депутатов Госдумы начинается от 1 миллиарда 130 миллионов за год заработок. Около 1 миллиарда. 970. Это только задекларированные. Задекларированные, да, конечно. В этой связи правительство Кипра на этой неделе сообщило, что оно готово предоставить гражданство тем держателям денег в банках, которые наиболее пострадали при реструктуризации, как это называется, денежных средств, которые хранятся в кипрских банках. Так вот, если ваши вклады были сделаны до 15 марта и потери составили более 3 миллионов евро, то вы можете рассчитывать на кипрское гражданство. Гениально. Гениально. И они будут впредь продавать гражданство. Они готовят вот это дело. Вы знаете, самое смешное, что я зашел в интернет, почитав эту новость. Ну, кто-то откликнулся? Я набил.
как получить кипрское, или сколько стоит кипрское гражданство. Да. Знаете, граждане, там есть огромное количество фирм, которые предлагают визы там и так далее. Так вот, помощь в оформлении гражданства Кипра, знаете, сколько стоит? Сколько? 3000 евро. А здесь за 3 миллиона предлагается сделать. Правильно, лохов надо разводить. Правительство Кипра молодцы. За 3 миллиона предлагают то, что в Москве можно сделать за 3000. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Давайте к именам вернемся. Обязательно. Тема, и многие вот свои присылают наблюдашки с именами связаны. Интересно. Да. Добрый день, друзья, всем, кто слушает радиостанцию Юмор-ФМ. Мы пересекли экватор программы «Неформат». Впереди еще час беззаботного веселья, если можно так назвать, а на самом деле точно очень сатиры, потому что, Михаил Николаевич, то, что делаете вы, это очень правильно. Люди пишут большое количество сообщений, что спасибо большое за то, что вы есть. Вы открываете нам глаза на то, что мы не видим. А я им благодарен за то, что они откликаются на это. Смотрите, в Ухте магазин написано «Любимая игрушка». Ступино, из меню «Пельмени старинные». Через «Я». В Москве в хлебном ларьке ценники пирожок с курагой, вишней и с яблокой. Вот такая яблока такая одна. В Питере на обводном канале у кафе стоит баннер «Добро пожаловать, шаурма». Спасибо. Шаурма, заходи. Кафе «Узбечка». Гениально. В скобках «Суши, пицца, хот-доги». Это исконно узбекская еда. Магазин напротив роддома называется «Сейчас рожу». Через «ща». Потому что «ща» значит «ща». Но мне же многие пишут письма, и молодые часто пишут слово «мужчина» через два «ща». И я одному говорю: ну что вы за перцы такие, через два «ща» мужчина писать? Он говорит: ну идиоты, там одно «ща». Они вообще «ща» вставляются, это результат модного все время албанского языка, так называемого. В Иркутской области на обочине дороги огромный билборд с рекламой местной птицефабрики. Написано: «Наше яйцо не имеет границ». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это настоящий мужчина, похоже. Это сильно, да. Но это же я в Иваново прочитал. «Биг биф маффин с яйцом». Вот такой большой такой великан маффин с одним яйцом. Акция в кафе «Поезд на Гавайи». Сергей прислал, да. Сергей прислал. А это мне вспоминается, как мой знакомый звонил в турбюро и говорит: на Манилу билет сколько стоит? И та спрашивает: вам на поезде или на самолете? Вот точняк туда. На Манилу на поезде. Вы представляете, в Манилу ехать? Бороздить океаны. Ну, до Манилы-то хотя бы можно доехать. А как на Гавайи приехать на поезде? Вот на Гавайи, да. А я получил вот стишок и претензию. Почему вы высмеиваете тот школьное образование? Вы что, не знаете, что творится в дошкольном нашем образовании? И прислали мне несколько стишков. Только одно зачитаю. У своего сынишки прочитала в книжечке какой-то дошкольной. У меня по... у меня язык, слышите, не поворачивается. «У меня подруга крыса». Дошкольный стишок для дошкольного отца. «Я нашел ее в лесу. Она голая и лысая. Я домой ее несу». Да, друзья мои, спасибо вам, что откликаетесь. Это очень здорово. Картинку. Дошкаленок нашел крысу в лесу, голую и лысую, несет ее домой. То есть, вот он открывает дверь, мама его встречает. Голая, лысая крыса. Я в лесу ее, говорит, нашел. Я несу, ковыряю в носу еще добавить, может. Ой. Черти ели колбасу. А между тем, все иностранцы, кроме граждан России... иностранцы, кроме граждан России, да, замечательно. Да, правильно. Так вот, все иностранцы, кроме граждан Белоруссии и Казахстана, с 2015 года будут въезжать в Россию по загранпаспортам. Давно пора. Да, Интерфакс об этом сообщает, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Федеральной миграционной службы ввести такую процедуру. То есть теперь только по загранпаспортам. А еще тем, кто хочет устраиваться, в загранпаспорт будет специальный стикер. Устраиваться на работу, имеется в виду. Специальный стикер. Только с этим стикером и можно работать. Но и снова Россию будут обвинять. Мол, вы шовинисты, да? Другим странам можно. Ко мне приезжали американцы на этой неделе. Я же, если про них не скажу ничего, то вроде мы зря с вами вообще в эфир выходим. Так они мне говорят: мы хотим вас пригласить в Лас-Вегас выступить. Я говорю: я не хочу. Ну, я не поеду в Америку. Они говорят: почему? Я говорю: да не хочу. Они не могут въехать в тему. Они не понимают, как можно не ходить в Америку. Вы они говорят: это Лас-Вегас. Я говорю: ну не хочу, ну был я там уже. Ну что? Я даже в 89-м году оркестр Дюка Эллингтона слушал там. Ну не хочу я к вам. Нет, никак. И вот третируют меня, и наконец
Я им сказал, меня не пускают. Сказал я им, они говорят, мы проверим. Позвонили послу США. А тот сказал, пускай Задорнов оформит анкету, тогда мы ему ответим, можно ему или нет. И вот тут я разразился русским матом, не тремя американскими словами, этими форматными. Они унизили меня, они пошли к послу, как будто я хочу в Америку на сегодняшний день. А к чего? Так американцам позволено и анкеты требовать заполнять, и туфли снимать, и отпечатки пальцев на таможне брать, и унижать человека на таможне. Что за вопрос у американцев на таможне? Мне же многие говорят, вы террорист? Идиоты! Вот сейчас он вам скажет, да, я террорист. Знаете, мой знакомый Фима Пустельник, когда мы с ним в 93-м году летели в Канаду из Америки, спросил у офицер, коп. Police officer. Говорит, ну что, поможете на Кубу долететь? По 3 дня просидел. Шутки там не проходят, как у нас. Наши бы посмеялись, и все, тут не проходят. Но вы знаете, когда круизные лайнеры приходят в Майами, то объявление, мне товарищ рассказывал, идет по кораблю. Если у вас есть кубинские сигары, кубинский ром, вообще кубинские девушки, не знаю, все же что ли. Выбрасывать и девушек, и ром, и сигары срочно за борт. Избавьтесь от них, потому что вам грозит штраф и даже заключение под стражу. Вот девушек, особенно кубинских, с песней «И за борт ее бросает». «За борт ее бросает». Глупость сказал, не слышите. Но про имена я вам должен сказать. Я вдруг вспомнил, как у нас на Курильских островах в экспедиции, я был чернорабочим в экспедиции, ну, ставил палатки, ловил то, что сегодня называется «сифуд» модным словом. Короче, осьминогов там всяких, рыбу. По утрам, чтобы накормить экспедицию. И был такой же чернорабочий Сашка. Его фамилия была Смычок. И к нам приехала младшая научная сотрудница. Младший научный сотрудник, она, Алла, по фамилии Скрипка. Очень актуальная музыка сейчас играет. Да, называется. Скрипка Смычков. Гениально. Вот они так и слились в одной мелодии примерно. Причем сначала друг друга возненавидели. Потому что она знакомится, говорит, Скрипка, она же научная. А он говорит, Смычок. Она так обиделась. Говорит, как вы смеете, я младший научный сотрудник. А он говорит, это моя фамилия, вы еще издеваться надо мной. Ее долго уговаривали, что он Смычок. И такие, у меня на партии, вот детский юмор надо подбавить в политику. У меня передо мной на партии сидели, например, Безносов и Аносова на одной партии. А перед ней Красноштанова сидела. И Дергопузова через... И у нас класс был, видимо, потомки крестьян российских, этих крепостных. Но все-таки мой друг Володя Качан побил все рекорды. Он отмазывался от военкомата. Он артист театра ТЮС, играет Д'Артаньян. Ну куда в армию идти? Он не вернется, он не сможет играть. Ну, если магистра не получит. Да, но было это в очень мохнатом году. Только начинался застой в Советском Союзе. Ну и что придумали, значит? Да, и за ним... Но мы его всячески пытались как-то избавить от армии. Например, мы его завели во двор в один, надели пыжиковую шапку и ударили бутылкой портвейна по голове. Потом залили за шиворот, попросили его 2 пальца, значит, ну, чтобы было полное ощущение, что сотрясение мозга, что его избили. А тут дворник вышел, и мы говорим, смотрите, избили. И он говорит, в больницу срочно, и мы его в больницу. А там уже была договоренность с врачом, с одним. А этот врач на операцию ушел, и мы как Штирлиц без связи. И этого Качана смотрят, говорят, что он не разговаривает, он артист. А дворник говорит, его били, и я его спас. Вот это нас спасло. Он еще вот эту шнягу гнать начал, из себя героя строить, его спасли. Качана. Но его все равно в военкомат вызвали. И военкома было 2. У них фамилии готовы. Замышляк и Шухер. За ним гонялись Шухер и Замышляк. Когда во второй раз его попытались призвать, ему придумали положить в больницу и закапать глаза новокаином. Значит, новокаином закапаешь глаз, и вот приходит психотерапевт, псих главный, тычет пальцем, а этот как холодец глаз. Он не реагирует ни на что.
Такая смешная картина. Ему, по-моему, перекапали, он не моргал полгода. Но замышляк получил инфаркт, от когда узнал, что качана не забрали. Но врачи были, которые должны были... Я боюсь вам говорить, я клянусь вам, не вру. Триггер один, а второй... Зиппелис. У него медсправка была подписана. Главврачами. Триггер и зиппелис. Можно было на подпись почитать и понятно, какой диагноз. Естественно, не брать не надо. Куда тут в армию? Ты чего? Эпидемию разводил. Я не могу, чего я вспомнил это. Ну, очень хорошая история. Здесь вот пишет нам... Люди очень быстро откликнулись. На недавних выборах в областную думу в одном из поволжских городов в Поволжском регионе список «Единой России» возглавляла тройка Горюнов, Забеднов и Неустроев. А мы еще удивляемся, почему мы так живем. Вот потому что такие люди карму отрабатывают на нас причем. Года три назад в одном городском суде рассматривалось уголовное дело по статье Уголовного кодекса 228 «Наркотики». Защищали наркодилера два адвоката. Шприц и Уколов. Но это им вместе с Зиппелисом и с Триггером взяться за руки и организовать квартет. Славянский. Друзья, скажите, почему не называют славянскими именами? Божедар было, Ярослав, какие слова? Ярес, Яромир, Святослав, какие имена были красивые? У наших князей клички, Красносолнышко, Светлый, Красный, да? А у западных, вы когда-нибудь обращали на их внимание? Пипин короткий, Карл лысый, хромоногий. Они уроды все, у них ни одной светоносной кликухи не было. Все уроды. Вот так мы живем не своей жизнью. А ведь «ка» суффикс означал душу. Мишка, Ленка, Сашка означает задушевность. Вот оно что главное. А мы это забываем. Алекс, Вольтарена. Душевная рекламная пауза. Всех вас к Зиппелису, к Триггеру, кто так своих детей называет. Да, за диагнозом. Продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире из студии в Москве. Радиостанция «Юмор-ФМ». Для всех вас работает Михаил Николаевич Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. Меня зовут Максим Завелин, я продюсер станции «Юмор-ФМ». Помогаю ему, как могу. Жду умные ваши вопросы под мои умные ответы. Да, вопросы на 0731 я уже объявлял в начале программы. И, пожалуйста, присылайте сейчас. В конце программы традиционный наш неформатный блиц. Или неформатский блиц, можно так сказать. Мы подведем. Самые интересные вопросы прозвучат, и Михаил Задорнов на них ответит. Ну, а пока некоторые из ваших сообщений. И по поводу объявлений, и по поводу вообще нашей жизни, пожалуй, с первого и начну. В Волгограде, пришло сообщение от Сергея, разрешили объезжать ямы на дорогах по встречной полосе. Ну, конечно, легче. Проще нарушать правила, чем отремонтировать дороги. Классно. А еще надо знать, чтобы поезда не опаздывали, расписание убрать. Вот они никогда опаздывать не будут. Че там писать? 16:05. Да когда хочет, тогда приходит. И опоздания нет. Надо подсказать в Волгограде. Волгоград вообще интересный город. Они GPS-навигаторы на троллейбусах установили. Ну, чтобы не свернул не туда. Чтобы ни туда не заехал. На трамваях сейчас ставят GPS-навигаторы. Потому что часто так с рельс раз и повез куда-то вечером деваху за угол. Сообщение. У меня у друга сына назвали топором, потому что когда у матери наступили схватки, отец колол дрова во дворе топором. Ну, вот объяснение. Сильная ассоциация. А если бы он работал на синхрофазотроне в этот момент, его бы назвали синхрофазотроном, а дочку камерой Уилсона. А вы представляете, Максим, бедный парень, да? Вот он пришел в класс, а его говорят топор. А если зато, да, но зато если его посадят на зону, ему не надо будет придумывать кликухи. Говорит, судьба такая. Топор! Реальный авторитет. Он говорит, не хочу по имени, хочу, как у всех, чтобы кликухи были. Ему говорит, Мишкой будешь. Он говорит, нормально, кликуха, Мишка. Вот. А еще страшнее, если у нее дочь родится. Будет Людмила Топоровна или Мария Топоровна. Ну вот чем думали? Топором думал, видимо, мужик, когда называл его. Вывеска на дверях мясного магазина.
Анатольевич. Нецелованная свинина. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Это кошер, это для евреев специально, и для арабов свинина, которую они могут есть. Они же почему не едят свинину? Потому что что не свинья, то целованная. Любит так хозяин подойти и в хряк, в засос так хлобыть ее, а тут... Не кошерно. Вот, а это нецелованная, девственная свинина. Это ж не шутка. Сообщение пришло из Москвы, что... Ну, в 90-е годы, во время рекламы одной знаменитой фирмы, видал сосун. Моего брата папа хотел назвать сосуном. Но мама отстояла. Все-таки. Да. Ну, нравится. И как, и назвала? Арнольдом. А, ну да. Шило на мыло. Сосун Арнольдович. Ну вот, кстати, есть и такое сообщение, что в Чебоксарах на свет появился Добрыня Никитич. Ну, наконец-то. Вот, хорошие имена. Надо еще Алешу Поповича родить. И еще несколько древнерусских слов, которые встречались нам на этой неделе. Ну, например, 10-й съезд Союза журналистов России вынужден был сменить главную вывеску из-за первого своего слова. То есть... Так вот, на второй день 10-го съезда Союза журналистов России несколько был изменен его главный плакат, который висит на сцене. Как передает корреспондент Интерфакса, первый день съезда надпись была такой. Цифра римская 10, дефис и Е, краткая. Дальше съезд журналистов России. То есть 10-й. Ну и что? Римская 10, дефис ну, понятно, и краткая. И что? Было на следующий день заклеен и дефис, и И краткая. Чтобы не возникало у некоторых делегатов съезда неправильных ассоциаций с этим знаком. А-а-а! Слушайте, даже я не въехал сейчас. О, боже мой. Скажите, вот как при всеобщей такой поголовной недоразвитости вдруг включается пытливость мозга нашего человека? Вот... Ургант. Ну, пошутил и пошутил. Ну, ребят, ну, сорвалось языка. Ну, он очень быстро соображает. У него родился образ. Ну, что вы, не можете... Нет. Какое же количество бездельников, которые вдруг окрысились на него. Им вообще делать нечего было. Но Урганту до меня далеко. У него только пикеты в результате образовались перед посольством. У меня так были плакаты во Владивостоке, и люди с разбегу в него плевали. В мое лицо. И более того, туалетную бумагу выпустили с моим изображением. Так что, более того, мне закрыт въезд в Египет, в Штаты. И однажды мне чуть не закрыли в Литву въезд. Так что Урганту еще до меня расти. Но Саша с ним же был вместе, да, тогда на передаче. Да, Дабашьян. Но там он история... же очень остроумный человек. Там история была следующая. Я для тех, кто не знает, расскажу, что ведущий кулинарного шоу «Смак» на российском Первом канале Иван Ургант, он многие шоу ведет, но в частности в рамках программы «Смак», готовя блюдо, он сказал в эфире следующее. «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Обращаясь к гостю Александру Дабашьяну, он добавил, «Вы почистили мой клинок?» А тот ответил, «Я просто останки жителей стряхиваю». Ребята остроумные. Это вызвало жуткую очень реакцию на Украине. Горячие головы требуют запретить въезд Урганту на Украину. И Ваня становится для них персоной нон-грата. Теперь Михаил Николаевич... Боже мой, вот бездельник. А можно меня в этот список Урганта Магнитского включить тоже? Вы знаете, я просто хочу, прежде чем включить в список... Придурки, речайшие. Вот я по радио говорю, вы придурки. Те, кто накинулись на Урганта, вам нечего делать. И вас надо чмырить. Ну, простите, я вас перебил. Перебейте меня, а то меня далеко занесет. Да, я уже чувствую, как мне потом придется оправдываться. Что на это на самом деле? Вам придется, скажи, я-то чего? И вас не пустят на Украину, что делать будете? Я был на Украине много раз, так что если не будут пускать, ну что ж делать? Ну, уже видели, знаете, что там. Так вот, украинское посольство в Лондоне, мне рассказывал мой товарищ, украинец, что он был там. Так вот что можно представить? Культурный центр украинский в Лондоне. Да. Вы приходите туда. Вот что можно об Украине представить себе? Ну, так не говорить, что сало. Ну, там, не знаю, сало, там, мед, ну, не знаю. Ну, какие-то вещи, которые как-то ассоциируются с позитивной стороной Украины. Да. На первом месте выставка по Голодомору украинскому 30-х годов. То есть Украина всячески спекулирует этим. Я сейчас не говорю, что вся страна, но некоторые проявления этого очевидно есть. Поэтому из той же, видимо, Сирии и жесткая риторика относительно высказывания Вани Урганта в программе «СМАК».
ну, это было, пожалуй, несколько... Вот делать нечего. А ведь с Голодомором не так проста ситуация. И спекулировать этим могут люди, которые не понимают даже, что они делают. Вот почему. Гениальная фраза, по-моему, Чаадаева. Человек, который смотрит в пропасть, должен помнить, что пропасть смотрит на него. Голодомор – это та пропасть наша, всенациональная Советского Союза, которой надо осторожно заглядывать. Иначе накличешь на себя. Такая же история с этим Смоленском, где сказано было, что советские солдаты расстреляли поляков. Не расстреливали они. Там полностью есть доказательства, что это сделали немцы, отступая. И советские войска были не готовы, не успевали отбить поляков. Это все доказательства есть тому. И в Кремле было заседание, и есть даже запись этого заседания. Смотрите, как извратились. Помните вот эту фразу, которую я говорил в прошлый раз, и я ее повторю сегодня. Обязательно буду повторять каждый раз, когда человек ненавидит негров, он расист, который ненавидит евреев, антисемит, а тот, кто ненавидит русских, правозащитник. На этом удивительно кудряво веселом моменте. Он кучерявится в своей веселости. Кучерявится рекламой должен. Да, друзья, рекламная пауза, после чего вернемся в студию. Продолжаем программу «Неформат». Ну, ваши сообщения все приходят и приходят, и мы, конечно же, их с удовольствием будем зачитывать. Вот некоторые из них по поводу фамилий и имен. В Минэкономразвитии России работал молодой человек по фамилии Косяк. Он писал законопроекты. Накосячил, да? Дальше наш абонент задается вопросом. Может быть, от этого в нашей стране все так наперекосяк? Наперехорошее, накосячил, да. А у нас в Рязани, в сообщении написано, в школе есть учителя Кривоносова, Кривошеева и Кривоногова. К ним надо на шифак приехать без Безрукову. У моего знакомого фамилия Секрет, пишет автор. Он попал в милицию. Его спрашивают, как твоя фамилия? Он отвечает, Секрет. Так и отгреб от полицейских. Ну, очень известная история, но мне она лично известна, потому что, уж не помню, от кого я слышал, чуть ли не от сотрудника даже этого банка. Есть банк, не буду называть, чтобы не рекламировать, подмосковный известный очень банк, и там есть департамент развития. В департаменте развития работал юрисконсульт, фамилия которого была Ежиков. И когда звонил телефон, и он снимал трубку, он говорил, департамент развития Ежиков. О, замечательно, молодец. Вот отработал. А у меня же Задорнов фамилия. Мне говорили, ты будешь изобретать в авиационном институте же учишься самолет. Я говорю, буду называть ЗАД-154. Так что я тоже мог шутить над своей фамилией. Знаете, мы затронули вот эту тему. И вот эти появились тролли не только в интернете. Я этих вот людей, которые их называют словом «придираст». Они ко всему придираются. Это политические тролли. Им делать нечего, они думают себе имя составить на придирках. Тогда давайте Пушкина запрещать. Ну, смотрите, проклятый город Кишинев, он пишет в стихотворении. Ну что, надо выкидывать его из образовательной программы в Молдавии. А друг степей калмык унизил, опустил реально. Хорошие ребята были калмыки. Злой чечен ползет на берег. Надо исключать из программы. А вообще, я скажу, что повезло классикам, что не было интернета, живого журнала и прозы.ру в то время. И не было такого количества вот этих злыдней. Вот я вам рассказывал басню Крылова когда-нибудь? Мне недавно попалась на глаза басня Крылова. А в новой редакции вы имеете в виду какой-то? Или... Нет. А, настоящий? Старый настоящий. Ну как? В Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Где? Ты бог? Ты чё? Ты не можешь нормально послать в конкретное место? Не было лазерных прицелов на наведение. Где-то бог послал? Ворона таки нашла. ГЛОНАСС не работал еще, Михаил Николаевич. ГЛОНАСС не работал. Вороне где-то бог послал? Корявость явная. Дальше. Готовы? На ель ворона взгромоздясь. Вы ворону представляете, какого она размера, ель? Это что, Годзилла? На ель может сгромоздиться Годзилла только. Может быть, Крылов писал это, глядя на новогоднюю елку, например, на звездочку, и думал... И вот... ворона так выросла до таких масштабов, что она взгромоздилась на ель. Та села под ель. Позавтракать уж было собралась. Держала сыр в клюве.
Она как хотела поесть, вы, держа сыр в клюве. Вы мне можете объяснить? Вот возьмите в рот сыр. И попытайтесь им поесть, не выпуская изо рта. Им насытиться. Здесь все неправда, если на то пошло. Мимо леса бежала как-то там. Там гениальное слово как-то. Бежала, забыл его, неважно. Лиса бежала. На цыпочках. На ту беду лиса... Тихонечко, не тихонечко, как там бежала. На цыпочках. Вы лису на цыпочках видели когда-нибудь? Вы эту картину представляете? Лиса на цыпочках подкрадывается к вороне, которая взгромоздилась на ель. И не знает, как пожрать сыр, потому что в клюве держит, положить некуда. А руки заняты. А руки заняты. Хвостом вертела. Вы лису видели, чтобы вертела хвостом когда-нибудь? Это что, пропеллер у нее в заднице что-то торчит? Ну, она может быть с этой заниженной планкой социальной ответственности. Хвостом вертела. Так я могу разобрать любое произведение. Вот чем занимаются тролли. Поэтому и суицид их ждет впереди. Ой, простите, высказался. А еще что ждет их впереди? Это обыски в Сколково, которые начались. А Сколково теперь надо называть. В фонде Сколково в Москве проходят обыски и выемки документов в рамках дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Это мы такой синусоидой движемся, да? Фамилии, имена, ворона, лиса тихонечко бежала. На цыпочках. На цыпочках, да. Все руководство фонда при этом, в том числе его президент Виктор Вексельберг и его заместитель, находятся на рабочих местах, отметили в пресс-службе фонда Сколково. А из-за чего там разгорелся... Из-за денег, наспор. Ну, понятно, да. Так вот, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что он хотел бы увидеть результаты работы депутата СРа Ильи Пономарева, за которую тот получил от фонда Сколково, внимание, по контракту, $750 000. Ого. Жириновский задается вопросом, как человек получает гонорар в $750 000, это 22 миллиона рублей, за что? Лекции он не читает, мошенничество заключается здесь в чем? Заключаются договора, есть акты передачи выполненных работ, все есть, расчеты, реквизиты, но работы-то нет, говорит Жириновский. Да. Сколково начали трясти потихоньку, а может быть уже довольно сильно. Ну, слава богу, давно антикоррупционный процесс набирает обороты, Михаил Николаевич. Ну, значит, нашу передачу слушают. Сколько раз мы произнесли слово «пора сажать» за последние наши передачи? Я думаю, уже к 100 подбирается это. Ну, начинается. Начинается. Есть подвижки хорошие. Я думаю, что они боятся даже не этой вашей, ну, не угрозы, что ли, а этой рекомендации, что сажать. А то, что надо бить сапогом с подковой по лицу. По лицу. Вексельберг. Вот посмотрите на него внимательно. И он копит яйца Фаберже. Его яйца не спасут. Его яйца Фаберже, я хотел сказать, не спасут в этой ситуации. Потому что, конечно, Сколково придумано для того, чтобы выделить большие деньги из бюджета. Особенно в то время, пока... И сделано это было, пока Медведев был президентом. Но он же действительно верит во все, что говорит. Посмотрите на его глаза. Как два шмеля. Он каждый раз ей такой искренний. Говорит, и я даже на сцене это говорю. И говорит, каждый день, он говорит, я дал поручение. Поручик всея Руси. Самое славное поручение, знаете, какое дал? Года два назад он сказал, я дал поручение подумать. Вот это сильно было сказано. До сих пор все в напряге. Ну а теперь к вашим именам и фамилиям. Так. Еще пришли сообщения. Был знаменитый такой русский фехтовальщик Кровопусков. Да, это я помню. Да. Мы все смеялись еще в юности. Да, он, между прочим, олимпийский чемпион 76-80 года. Да, годов. Многократный. Многократный чемпион СССР. А в хоккейном клубе, по-моему, «Динамо» играет его сын Кровопусков, которого выпускают именно на бои против «Тавгаев». Вот такая была история. О, какая карма у фамилии существует. Кстати, о хоккее. Всем надо смотреть фильм номер 17. «Легенда номер 17». «Легенда номер 17». Замечательный фильм. Плачут даже мужики, которые еще не потеряли совесть. Очень хороший. Наконец-то появился фильм. И мафия голливудско-нашинская, которая владеет самыми большими кинотеатрами, не хочет брать этот фильм, потому что он против их философии. Но, кажется, кто-то из администрации позвонил, и все-таки в некоторые кинотеатры взяли. Это первый признак, что фильм замечательный, что он нашинский. Харламова, мы же все... У меня была клюшка
в свое время с автографами Петрова, Харламова, Майорова, Старшинова, Альметова, Фирсова, но я подарил эту клюшку. Когда я выходил из раздевалки, меня чуть болельщики не разорвали за подпись, которую они увидели на клюшке Харламов. Еще при его жизни это было. Я помню эти голы, которые он забил, когда канадцы не совсем поняли, что произошло. Точнее, вообще не поняли. Так не играют по их законам. Надо впихивать на пятачке шайбу. А этот прорывается, под мышкой проскальзывает у бугая канадского и два раза забивает гол совершенно каким-то другим способом. Не таким, каким принято. Это было так здорово. Знаете, когда... когда звучит гимн в конце, в зале встают некоторые, в зале, в кинотеатре, смотреть всем этот фильм надо. Нет, ну, вы имеете в виду, когда звучит гимн Советского Союза, ну, музыка та же, музыка та же самая, не, ну, вообще, на самом деле, я считаю, что всегда, когда звучит гимн, нужно вставать. Это в кино. Но это в кино, это не на хоккейный матч. Ну какая разница? Если гимн звучит, по-моему, по закону о гимне, я, может быть, ошибаюсь. По закону, может быть, да, но люди же, если звучит гимн в кино, не встают в это время. Это не, вы правы говорите. А тут просто людей выдавила эта музыка из кресел. А я смотрел в гламурном кинотеатре. Потому что а где я еще могу смотреть? Я же гламурный. Да, это правда. Я совсем просто. Да. Я хотел еще сказать по поводу Харламова и вообще отношение к легендам нашего не только хоккея, а всего. Россия богата талантами, но очень уж небрежно она относится к ним. Когда Харламов погиб в 81-м году, долгое время ему не было там ни памятника, ничего. Вы знаете, что Харламову установлен памятник на 70-м, по-моему, километре Ленинградского шоссе. Он представляет из себя такую большую шайбу, на которой написано «Валерий Харламов. Годы жизни» и клюшка рядом. Там всегда лежат цветы. Я проезжаю там довольно часто. Всегда. Как интересно. Всегда лежат цветы. Так этот памятник поставил из личных своих средств на месте гибели его поклонник. Здорово. То есть это здорово. Не государство. Нет, нет, мы не безнадежная страна. Надо только вынырнуть из этой ситуации, в которую нас засовывает образование и медицина. Вот вынырнем, вынырнем. Сообщение, которое еще пришло, мы возвращаемся тоже к нашей теме, имен и фамилий. Самая странная фамилия, которую я слышал, пишет человек, Елена Интераллигатор. Боже мой. Почему? Боже мой. Ну как же она так существует с этим? А... Заведующий местными рынками в одном из городов работал некто Бандюков. И лицо у него было типичное для такой фамилии. А знаете, вот мы вроде так со словами сейчас играем с вами, но это ведь не просто так. Слова имеют потрясающий смысл, но так как сейчас у нас должна быть небольшая пауза, а у нас есть вопросы какие-нибудь вообще? Звезде, я имею в виду. Это я сейчас про себя так унизительно конечно. Выразился. Вот мне показывают, да, что у нас есть вопросы. Мы обязательно сейчас после рекламной паузы сделаем блиц. Сколько до рекламной паузы? До рекламной паузы уже нисколько. Мы сейчас уходим на нее. Но я подготовлюсь пока во время рекламной паузы. Друзья, 8870 номер для ваших смс-сообщений. Гостевая книга работает. Трансляция на сайте веселаярадио.ру. И 0731. Звоните. У вас есть, пожалуй, один из последних шансов, чтобы задать вопрос Михаилу Задорнову, который может попасть в блиц. Пока реклама. Программа «Неформат» выходит, к несчастью большому, на свою финишную прямую. Для меня, в частности, к несчастью, потому что эти два часа, Михаил Николаевич... Да и мне жалко. Я бы еще часть К3 тут разговаривал с нашими слушателями. Да, слушатели пишут, что, пожалуйста, не ставьте песни, дайте послушать Михаила Задорнова. Но мы, хорошо, кстати... что не пишут, дайте послушать песни в исполнении Задорнова. Тогда бы они отключились точно. Да, можно заказать. Я хочу сказать, что на вашем ресурсе, в ЖЖ, да, ну на ваших всех ресурсах, находятся видеоверсии нашей программы, которые снимаются, и они, между прочим, включают в себя и рекламные паузы, и то, что мы здесь обсуждаем, это эксклюзивный материал, который можно там увидеть. Да-да-да, можно увидеть. То есть, поясню еще тем, кто, может, не сразу въехал в то, что сказал Максим. Во время рекламных пауз мы тут ведь разговариваем так, как в жизни разговаривают. Обсуждаем проблемы следующего выхода в эфир и по-нашенски. Так вот, оказалось, что съемку, которую мы проводили во время этих записей, выложили у меня на Ютубе. И там все выложено. То, что не слышит слушатель во время рекламных пауз. Вот.
Вот это лучшая реклама. Да. Ютуба сегодня. Кстати, очень много прослушиваний. Я думаю, почему так много прослушиваний на Ютубе? Вот теперь я понял. Просмотров, простите, да. И подводя итоги, что ли, некоторые по поводу имен и фамилий, я просто некоторую подборку сделал. По поводу того, как женщины меняют, девушки, наверное, меняют фамилии после того, как выходят замуж. Знакомая до замужества была Курочкина, после Рябова. О, и золотое яичко снесла. Да. Девушка до выхода замуж была лысая, после замужества волосатого. Ну так, очень мило, да, получилось? До замужества была Баранова, а замуж вышла, стала Конева. Ой, вот. Стоило менять фамилию. Да, а Мудрая вышла замуж за Козловского. Такая тоже история. У меня в университете была девушка, которую звали Ангелина Никифорова. Ну такая красивая очень фамилия, да. И имя Ангелина Никифорова. Она вышла замуж за парня, с которым очень долгое время встречалась в течение всего времени, пока мы... учились, в течение, наверное, 5 лет. И все думали, что он возьмет ее фамилию. Нет, она вышла замуж и стала Хвань. Хвань? Да. А я думал, вы сейчас скажете, все думают, что она поменяет фамилию, а она вышла замуж и поменяли ей имя. Сказала она. Это, знаете, мужик один мне написал: у меня все девочки рождаются. 8 девочек мы родили, жена родила мне. И последний раз 9-ю девочку я из чувства просто негодования назвал Серегой. Вообще, я вам стал сказать, вот мы вроде шутим, вроде бессмысленно. Нет, смысл есть. И начну объяснять, что я имею в виду, вот с какого письма. У меня фамилия Бедняков, пишет автор. Гаишников в смс-ке. Гаишникам всегда говорю. Бедняков говорит: откуда деньги с такой фамилией? И они меня жалеют. Так вот, к чему я хочу перейти. Русские слова имеют смысл, а у них есть дрожь. Я об этом не раз говорил в своих концертах. И русские слова таят иногда в себе какую-то тайну хорошую. И в этом отношении мне хочется привести пример стихотворения Евгения Евтушенко, моего любимого поэта. Смотрите, как играют слова, которые придуманы по отношению к реальным событиям, к реальному явлению. Называется «Метаморфоза» стихотворения. «Детство — это село Краснощекова, Несмышленого, Всеизлазово, Скок-поскокова, чуть жестокого, но беззлобненно, но чистоглазого. Юность — это село Надеждина, Нараспашкина, Обольщанина, но если немножко невеждина, все равно оно обещанина. Зрелость — это село Разделова, либо Схваткина, либо Пряткина, либо Трусова, либо Смелого, либо Кривдина, либо Правдина. Старость — это село Усталого, Понимаева, Неупрекова, Забывалого, Зарасталого, и не дай нам Бог одинокого. Стихи и с юмором, и печальный, таков должен быть настоящий юмор, который соответствует словосочетанию «чувство юмора». Во многих народах существует только слово «юмор», а в русском – «чувство юмора». И, по-моему, эти стихи очень хороши сегодня, когда Пасха, когда впереди, когда весна, когда надежда, когда просыпается жизнь, словно ее поливают живой водой. Поэтому мы и говорили про наши русские слова, но в таком несколько соусе необычном, про имена, фамилии, но любое слово дрожит. Ну вот, собственно, я и готов к блицу. Да, дрожит наш телефон от того, что люди хотят задать вам вопрос. Давайте, немного времени осталось у нас. Итак, вопросы. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Татьяна, Москва. На свете есть много суеверий. Например, перебежала дорогу черная кошка или возвращаться плохая примета. А у вас есть именно ваше суеверие?
У меня есть, да. Но вы не точно сказали. Есть еще хуже примета с кошкой. И если он кошку перебежала дорогу, черная кошка с пустым ведром. Вот это вообще хана, жизни не будет никакой. Я вообще удивляюсь людям, которые в это во все верят. Например, у меня очень много знакомых, которые не выносят мусор вечером из квартиры. Говорят, денег не будет. У них никогда нет денег. Мусора завались. Вонища в квартире под утро. Ну, идиоты реальные. И чтобы были деньги, надо работать. Вот есть примета, очень точная. Будешь работать, будут деньги. Будешь творческим человеком, будет радость. Вот такая у меня есть примета. Еще у меня есть примета такая. Если девушка мне за столом говорит, что она меня любит, и я чихнул, значит, она правду говорит. Но пока такого еще ни разу не было. Ни разу не чихнул, хотя лапши мне навешали за жизнь много на уши. Здравствуйте, Михаил Николаевич, Андрей, Волгоград. Как вы думаете, если в школах есть уроки труда, то должны быть и уроки отдыха? К сожалению, сегодня 90%, по-моему, это уроки отдыха. Что еще у нас есть? Добрый день, Михаил Николаевич. Олег Хабаровск. Я работаю врачом, логопедом. Скажите, а вы тоже считаете, что мне пора менять профессию? Спасибо. Да нет, ты чего? Классно, совершенно. Ты чего, классный логопед. Вообще, надо идти на зону работать с зэками. Там учить, как говорить. Потому что я недавно одного слушал, он говорит, я смотрел фильмец «Гамлет», говорит. Ну, вообще, улет, говорит. Ну чего, не понимаю, такой тень, батя выслал, говорит, иди сюда, Гамлет, а он говорит, ты че, батя, охренел, там ты море. Вот этот точняк, тебе вам надо туда идти работать к ним. Добрый день, Михаил Николаевич. Николай, город Сургут. Я знаю, что вы окончили Московский авиационный институт, а у меня вот такая проблема, у меня аэрофобия. Подскажите способ, как мне перестать бояться летать самолетами? Только самолет. Только самолет ЗАД-154. Спасибо. Да, к сожалению, вот я не построил свой самолет для вас. Но вообще замечено, что меньше всего, что больше всего люди верят в полетах в Бога. Они прекращают быть атеистами. Все атеисты становятся верующими перед полетом. Решайте, летайте авиалиниями. Так что... РПЦ. Гениально. Гениально. А то я видел плакат Аэрофлота, причем мелко-мелко было написано Аэрофлот, а крупно буквами не видно было, от кого это. Было написано 3 раза в неделю в Вену. А Аэрофлот не видно. И вообще непонятно, с чего вдруг 3 раза в неделю. Триггер. Зиппелес. Зиппелес. Я чуть... Да, ну... Добрый день, Михаил Николаевич. Сергей из Братска. На сайте Юмор.ФМ есть голосование. Что бы вы сделали, если бы нашли 1 000 000 рублей? Там есть варианты. Отнес бы в полицию, крикнул бы на всю улицу. Кто потерял 1 000 000? Раздал бы долги. А что бы вы сделали? Спасибо. Ну, долги бы я точно не раздал. Мне, во-первых, 1 000 000 не хватило. А вот крикнуть я бы крикнул. У нас интересно, как толпа реагирует. Я однажды уже попробовал крикнуть. Мне так понравился результат, что я даже попросил свою жену в следующий раз крикнуть в толпе. И результат превзошел даже мои. Она крикнула в толпе: «Эй, ты козел!» И обернулись все. Обернулись даже бабы. Так что я думаю, результат был бы не меньше и в этом случае. Ну что, у нас подходит программа к концу. Мы... хотим поблагодарить вас за то, что вы в течение 2 часов были вместе с нами. Я уверен, что вам наверняка что-то показалось интересным. Если нет, присылайте свои отзывы прямо к нам. Подоткнуть записку под крыльцо можно, как говорится, в нашем проме. Промо, точнее. Ну, откуда пришел... он узнал, что я 1 000 000? Промо, я не могу смешать. А откуда он узнал, что я 1 000 000 нашел? Вот это вообще нереально. Друзья мои, я, конечно, забыл об этом сказать, но если кто-то... пожалуйста, откликнитесь, кто потерял 1 000 000. Я его нашел на Киевском вокзале. Под табло. Под табло 3 раза в Вен.
Ну что, спасибо большое вам всем. Михаил Николаевич, спасибо вам. Благодарю вас. Да, уверен, что мы встретимся очень не скоро. Не очень скоро, не очень, но в следующем месяце встретимся, непременно. По-моему, в день рождения пионерской организации. Да. Небольшой перерыв на рекламную паузу, но словом, будет, а потом мы встретимся. Через месяц после рекламной паузы. Не формат, только